Привет, Айк. Вот только сегодня руки дошли там, да, подключить, проверить. Вот по мини подключил. Комп вообще почему-то отказался ее определять, хотя у меня винда как бы там без проблем должно было все запуститься. Ну ладно, это один вопрос. По миди тоже 100% она должна работать. То есть если вот эти вот регуляторы еще более-менее, да, все работают, то есть вот, то, допустим, по миди смотри, какой прикол. Эти две не работают, три работают, две не работают, три работают, две не работают, три работают, две не работают, три работают. И на белых также. Здесь получается 4 нерабочих. Опять 4 нерабочих. 3 рабочих. 2, 3, 4. Не работает. И опять вот в такой последовательности. То есть опять 4 нерабочих клавиши. И так всегда повторяется, то есть, не знаю, я скидывал к заводским, это вот когда включаешь, да, удерживать надо плюс-минус, но это все не помогает, я думаю, ты тоже, наверное, делал, так что, почему ты подумал, что у тебя не идет, то есть, причина, скорее всего, не знаю даже. Конечно, не мастер, но мне кажется, это что-то там с электроникой уже, с платой от возраста или, может, от сырьё. Потому что, ну, все, что можно было сделать, я сделал.